Всем привет! По многочисленным просьбам подписчиков, сегодня туториал интересной тачки без инструментов. Машина у нас будет с подвеской и с дополнительным оборудованием. На этой машине нет декора, так как мы все делали без инструментов. Перед тем, как посмотреть ее возможности, поставьте лайк прямо сейчас и подпишитесь на канал, если вы еще не подписаны. А теперь давайте посмотрим, на что она способна. Сделаем для нее преграду из одного блока, чтобы посмотреть, как работает подвеска. Очень легко заехала. Теперь поставим два блока. Думаю, она и на третий блок легко заедет. Продолжаем наше испытание. Четвертый блок. Здесь нам понадобится дополнительное оборудование. Пятый блок. Это было чуть труднее. Идем дальше, шестой блок. Седьмой блок. Есть, мы смогли. Теперь пойдем на рекорд. 8 блоков высоты. И эту вершину мы преодолели. Напишите в комментариях, смогли ли вы построить такую машину и подняться на 8 блоков. Время туториала. Отключаем заморозить блок. Уровень скрепления ставим на красный, шаг перемещения на 0.5. Смотрите внимательно, повторяйте все за мной, и у вас все получится. Использовать пластик, потому что он легкий, его можно купить в магазине.
заморозить блок и ставим два блока массово. Чтобы правильно привязать поршень к кнопке, кнопку ставим внизу. Для установки поршня ставим дополнительный блок. Поршень ставим под углом 45 градусов. Удаляем первую кнопку и устанавливаем вторую наверху. Проверьте, чтобы к ней привязался поршень. Перекрашиваем машину, если у вас есть инструмент. Сохраняем, потом убираем массу и проводим испытания. Если вам понравилась эта машина, поставьте лайк, напишите комментарий и подпишитесь на канал, если вы еще не подписаны. Поделитесь этим видео с друзьями. Всем пока, до новых встреч!